Дагестан посетили ведущие инфекционисты страны. Они обсудили актуальные вопросы инфекционных болезней в клинике и эксперименте. На Всероссийскую научно-практическую конференцию в Махачкалу приехали профильные специалисты из разных уголков страны и крупных медучреждений республики. Говорили о новых методах работы, делились опытом. По итогам конференции гости из Москвы получили почетные грамоты за активное участие в деле подготовки научно-педагогических кадров и врачей для здравоохранения Дагестана. Уже заслуживается. И фотография нормальная.